Выходные и праздничные дни в поликлиниках Нарьян-Мара и Центральной районной поликлиники Заполярного района будут вести прием участковые терапевты, педиатры и другие специалисты. В новогодние каникулы жители региона не останутся без медицинской помощи. Согласно утвержденному графику, обратиться к участковому терапевту или другому специалисту в Центральной районной поликлинике можно будет 3 и 6 января. Центральная районная поликлиника начинает свою работу с 9:00, когда у нас откроется регистратура и начнутся приемы таких специалистов, как педиатров, выйдут на работу терапевты, выйдет на работу хирург-травматолог, будет работать акушер-гинеколог, соответственно, будет работать рентген-кабинет, будет работать лаборатория. При этом будет осуществляться обслуживание вызовов на дому. Вызвать врача можно, позвонив в регистратуру поликлиники. В населенных пунктах Заполярного района медики также выйдут на работу 3 и 6 января с 9 до 13 часов. В остальное время врача можно вызвать на дом. Что касается взрослой поликлиники Нарьян-Мара, то здесь прием будут вести участковый терапевт и травматолог. Ковидные бригады будут дежурить в прежнем режиме. Взрослая поликлиника в новогодние праздники будет работать 3, 6 и 8 января. Время работы будет с 9 до 13:00. Работать будет прием вести участковый терапевт и травматолог. Прием пациентов в детской поликлинике будет проводиться 3, 6 и 8 января. В эти дни будут принимать 2 участковых педиатра с 9 до 16 часов. Кроме того, в эти же даты ковидная бригада врачей будет осуществлять выезды к больным коронавирусом на дом для медицинского наблюдения. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».